Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Петра и Павла. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память, совершает память святых, славных ей всехвальных, первоверховных апостолов Петра и Павла, святителя Григория, митрополита Ираклийского, преподобного Паисия Святогорца, празднуется икона Божией Матери Касперовская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей в мир иной.